Йоу-йоу-йоу, магнитолог, сегодня с вами Хасита и я, Magnetic Play, и как вы уже поняли по названию видеоролика, сегодня у нас с вами обзор игры под названием FIFA Mobile. А перед началом видеоролика советую вам подписаться на мой канал, прожать лайк и прожать на колокольчик для уведомления о моем канале. Ну а вот мой состав, стартовый состав, да. У меня рейтинг команды 95-й, а сыгранность команды 124-я. А здесь у нас Division Rivals, и тут, давайте берем награду, да, тут, короче, играть надо, и зарабатывать разные награды, такие как, самоцветы, монеты, FIFA, да, и занимать рейтинг в мировом мире. Тут у нас еще есть равная игра, да, тут то же самое играешь, зарабатываешь монеты, и получаешь различные награды. А здесь у нас игра и Rivals, да, и тут тоже их можно получать. А тут у нас сезоны, тут получается надо играть, ну, все такие вот матчи, зарабатывать различные награды, и получать таких вот игроков серебряных, золотых, там, бронзовых, и, может быть, каких-нибудь топовых игроков, вот, как, например, вот этот игрок у нас. И тут еще можно, что, вот в этой лиге тоже английский поиграть. И тут по дивизионам надо играть, и заходить тут первого дивизиона. А тут у нас лига чемпионов УЕФА, тут, получается, мы тренируемся за это, нам дают монеты. И что? Ну, по сути, тут награды тут тоже дают за вот эти вот, так сказать, награды, ну, как-то таким образом. Тут у нас еще игроки, которые вы видели в моем стартовом составе, да? Вот мне надо Эрнандеса забрать, также и Кана тоже не помешало бы, Рюдигера. Я бы тоже его бы взял, ну, Неймара, я бы взял бы тоже себе. Там много кого надо взять, и тут можно приобретать жетоны всякие на то, чтобы получить того или иного игрока, награды, тоже можно получить, вот как вы сейчас видите. Я получил только что буквально награду, и за энергию тоже можно получить, так сказать, да, вот игрок 90+. Ну и так далее и тому подобное. В общем, режим мне очень понравился, и давайте перейдем теперь к этому режиму, называется Бетхам. И тут можно тоже играть с клубами, зарабатывать очки Бетхэма, и на эти очки можно потратить то, что вы хотите себе купить, там, игроков, всяких, все такое. Да. Вот еще улов кумиров. У нас есть такой режим, тут надо тоже как бы получить награды, но за перед тем, как получить награды, надо состав подобрать такой, чтобы за это получить разнообразные подарки, и вот тут можно еще тренировочку провести в этом испытании недели. Зал кумиров, этапы кумиров тут тоже есть. Вот. Тут можно, вот, ну, вы сами видите, да? Так что, игра сама по себе хорошая, мне она нравится. Вот Гули тоже, как бы, тот же самый режим такой, вот, только тут надо
опять же, играть с клубами разнообразными и получить за это награды, вроде как монеты, игрок 8 плюс, там, ну, от 8 плюс до, там, чуть не до 100 плюс. Ну, а, в общем-то, игра прикольная. Всем рекомендую, я вам сообщать её. Ссылочку я оставлю в описании, в закреплённом комментарии. Ну, а на этом всё, ребят. Сегодня с вами был Magnetic Play. Подписывайтесь, кстати, ребят, на мой канал, прожимаем лайк и прожимаем на колокольчик для уведомления о моем канале. Мойте руки с мылом и носите маски в густонаселённых пунктах, где много людей. Ну а с вами был Magnet, то всем удачи, играйте только в хорошие игры. Всем удачи, никогда не болейте. И до новых встреч, ребят. И может быть я когда-нибудь запишу такой обычный матч, поиграем с вами в эту игру и узнаем о ней побольше всего. Но на этом все, ребят. Всем спасибо, всем пока.